когда надо надежно себе точки организовать, в бетон анкера хорошие, тут хилки стоят и сблокированы по пажне. Вот поэтому можно спокойненько висеть за окошечком. Берем вот так вот, открываем окошечко и идем висеть. Очень неприятное занятие, вот закручивать, например, эти болты, когда народ ставит подобную железяку, свешившись жопой вверх из окна. Дотянуться, да, поэтому мы его к черту, такие аттракционы, проще на веревочке вывеситься. И накидать трещоткой здесь нужно. А нету с собой. Ай-яй-яй. Вперед, назад, выдвигает, задвигает. Одна кнопка. Да, да, да. И вот, не прилагая никаких усилий, получаем здесь конструктор. Все. Шикарно. Не хочу работать ручными трещотками. В маленьких размерах эту хрень можно даже вторым ключом не держать, потому что, ну, не то усилие, чтобы его здесь выгибало. Есть 35. Здесь на весу тоже вообще ни в какой другой железяке вы не получите такого удобства. А это фигня там. Размер люфта чисто за счет толщины жести. 42. То есть в любой позе я могу достичь нужного момента. Не надо мне за помером пытаться понять, закрутил я уже или не закрутил. Для этого как раз и нужен динамометрический ключ. Это вот аналоговый вакууметр. Железка дешманская, но гораздо приятнее по нему смотреть разряжение, чем кому, да? Или здесь ход стрелки, и любые утечки, а эта штука тут почти час уже постоит под вакуумом, уследить гораздо легче, чем вот по такой хрени. Конечно, лучше в виде цифровой вакууметр с разрешением там несколько микрон, но он стоит раз так в 20 дороже, и пока руки не дошли, не так часто у меня кондиционеры бывают. Качнем уже этим, то есть трасса все в порядке, вакуум опять создадим. И уже проверим давление при работе. То есть эта штука давление не держит. Поэтому надо переподключить на этот. Ну, что поделать, переподключим. Сейчас мы немножечко строим. Подключим, ну-ка, вот все. Вакуума нет. Во как вакуум всосало взад. Вот давление подали внутрь. Слишком быстро шланг снял, не успел весь вакуум уйти. Заводи. Закрыть? Нет пока. Вот. И по этому прибору уже фактически все, вакуум. То есть тут, блин, ну сколько тут получается, градусов 15, да, ход стрелки. И хрен ты по нему определишь утечку. А вот с таким прибором народу дофига работает, определяет утечку.